Тут наши дети сдали машину на ремонт. Американский сервер. Сервис. Вот. И мы сейчас поедем на велосипедах за ней. Мы туда заходить не будем. У нас машина стоит на улице. Здесь мы еще не ездили на великах. По пешеходной дорожке четко переезжаем. Никаких бордюров через дорогу. Классно. Итаха! Немножко правила нарушил. Сейчас тормознут, блин, оштрафуют. Куда ехать не знаю, поэтому жду дочу. Она с той стороны дороги едет. Дороги с температурными швами такими, бетонными, старенькие еще, но крепкие. Придется подождать дочу. Мы с ней вдвоем.
едет, оглядывается. Я смотрю, дорога повела нас на выезд из Брюкнинса. Куда перейти? Куда надо? Зачем меня поворачивать, сказала? Я прямо проехал. Там неудобно переезжать здесь. Ну такой перекресток. Четыре полосы оттуда, четыре отсюда. Для города 20 тысяч. Серьезно. Все? Шестой. Видишь, налево поворачивай. Тут опасный перекрест. Да, машин море, людей нету, как всегда. Один-два попались случайных. Ну, нет, здесь попался. Я видел. Тут нажимать надо что-то, да? У него цепь перескакивает. Наверное, уже износилась. Цепь износилась. Да. Скачет цепь. Начинаешь сильно давить, она скачет. Ты их знаешь? Нет. Записывай, записывай. Приехали в автосалон. Тут Шевроле в основном продают. Показать? Это все подержаны? Да, это все подержаны. И вот эти тоже? Все. Прикиньте, ребята, все машины подержаны. Ну и что вот это стоит? Киви, например. Да. Как называется? Kia? Не знаю, как Kia. Kia Soul. Так. Ой, я тебя не вижу цену. А вот же, впереди, наверное. Нет. 2016 года. Нет, не вижу. А он сзади у него, по-моему, у Kia. Нет. А, короче, в этом... Тут нет ценников на этом. А что, цена договорная? Да нет, они тебе сами говорят. Ну, я говорю, договорная. Ну, наверное, да. Посмотрят на тебя оба. Если хочешь,
don't have my sheet on. No, it's fine. We're just looking and looking around. That's all. We're actually here to pick up our trucks. So. Okay. Thank you. Yep. Have a good night, you guys. You too. Надо, короче, на веб-сайт заходить, и там будут цены. А, в компьютере, в интернете смотреть? Да. Ну, тут ничего не показано. А нафиг они туда стоят здесь? Ну, посмотрел, увидел, понравилось. GNC вот это, симпатичное. Ну, это почти новое. Видишь, это уже поставлено. Вот это все новое. Ну, вот на новых, по-моему, должны быть цены. Здесь шарики, там, наверное, новое, да? Не найдешь цену. Этого года машина? Денали, да? Или как там? Денали? Да, это. Затемненное стекло не видно. $67,000. $67,000. Офигеть. У вас такая же? Ну, у нас 2015-го. И у нас не Динали. Динали, я не знаю, что это означает. По-моему, там... А, видишь, 6,2. У нас 5,4, по-моему. Видишь? А, больше объем. Объем больше, да. Оно может трейлеры больше таскать. А, и бензин жрать больше. Вот 5,3. Вот 5,3, например. У нас вот такая. Элевейтер. Uh-huh. Не знаю, короче. Короче, я не соображаю. Машина? Вот там машина 6,2, а это... 67,000. Тоже 67? Нет, это 52. 52? Ну, сразу цена на сколько? Значительно. На 15. На $15,000. Ни хрена, за такие серый. Деньги. Вот у нас такая серая. За такие деньги можно это самое машину купить. $15,000 новую, другую, легковую. Так, а вот подержанная Chevrolet 55. 56,000. 56,000. Наверное, новая, я не знаю. Не знаю. А мне кажется, подержанная. GMC 62, 50, 60 тысяч, огромные грузовики, конечно. Вот приехали за автомобили, вот их автомобиль Sierra 15 года. А что, вы его бэушный брали или вы просто? Стоял он? Да, он долго простоял, и поэтому там была огромная на нем скидка, что-то $10,000, что ли. Mm-hmm. Ну, какая разница? Ну, в принципе, да. Если машина для дела нужна. Все, можно забирать ее? Ну, дайте. Я могу на велике поехать? Ну, я так и подумала, что ты сейчас захочешь на велике поехать. Я говорю, я могу. Ну, сейчас я подам. Дочь, на, забирай этот телефон. Он, кстати, падал. Падал? Ну, о, что отлетело. Что-то отлетел, что ли? Да. Вот так вниз опустился и вот так лежал. Да, ну какая разница? Ну все. Не знаю, вроде починили, убрали. А что было-то? Да, мы один раз ее оставили здесь на ремонт. Угу. И, видимо, кому-то красили автомобиль. И белой краской такие мелкие-мелкие пятна по всему автомобилю были. А, понятно. И мы уже один раз привозили ее. Но нам ее не сделали. Что, надо стоя ставить? Да зачем стоя? Ложи. А куда арматуру будем ложить? Сверху. Сейчас вот возьмешь и поцарапаешь. Они ее вот тут отделали уже какой-то фигней. Ну это брызгали нам пластиком или чем? Ну. А это ковролин. После потопа снизу, который не успели выкинуть еще на помойку, он теперь служит защитой для перевозки различных грузов. Нам надо будет заехать в строительный магазин, там спицы вы испортишь. Вон уже портишь педалью. Ну, а что я сделаю? Давай я поеду на велике. Уже вторую. Оба велика сейчас сломаем.
Загрузили один велик, потому что второй начали грузить, в такой большой грузовик и не вместился. Поеду за дочей. Машина открытая стоит на стоянке, никому ничего не сказала. Села, поехала. Странно как. О, каракатица, видали какая? Вон дочь впереди поехала. А вот тоже GSM Sierra, только более ранние модели. А что тебе именно было на это место припарковаться? Ну, близко само. Ты же любит близко припарковаться. Велик оставил, пошел. Строительный магазин Lowes. Здесь мы еще такого подробного обзора не делали. Ну, может быть, сделаем. Сейчас мы идем после работы здесь. Народу мало. Да, сегодня среда. Да еще и среда, середина недели. Люди, мне так задумать. Одна арматура, восьмерка, трехметровая, ну примерно трехметровая, чуть побольше, стоит $5.23 без налога. Еще налог, я не знаю сколько, 7% вроде бы так. You must have an interesting project here. We have in the backyard to prevent the water from coming in. Getting the padding around the house, cement pad or concrete pad. Just some extra reinforcement. Just I don't see ladies coming and ask for rebar very often. Well, my dad. Would ask for it, but he doesn't speak English, so I have to do it. That's why. Where is he from? Where are you from? Mm-hmm. Where are you from? I'm Russia. Russia? Cool. Yeah. I'm from Russia. Uh-huh. Молодец. Сибири. Да? Да. Да.
That's about as much as I know. I'm afraid. It's all right. I don't think you need it here, so you can survive without it. I had a lady, from Bulgaria. She came to the United States and she took care of her grandchildren for a year. I said, that took a lot of guts. She didn't know English or anything. Yeah, that's what pretty much my mom does. So. Yeah. Pretty impressive. Yeah, it's mentally difficult. Yeah. Рассчитывается за арматуру. Сейчас загрузимся и поедем. Дочь парковалась, и в итоге в самый дальний угол припарковала. Все, загрузились. Доча пошла вам вывозить. Она типа до дома знаешь дорогу. Ну, типа я потеряюсь. Сейчас посмотрим еще, кто вперед доедет. О, какие раритеты есть. Пошла руки помыть, типа. Ну ладно. Гнал я, дочь его обогнала на автомобиле на своем. Все, сворачиваем на нашу улицу. Пешеходную это перекрыло. Пешеходную дорожку или ничего? Ну мы сейчас вытащим, я за это. Надо было задом тогда. Ну задом я боялась. Ну все, разгрузка.